это вполне рядовое заведение города Москвы обретет какие-то новые формы и превратится в сценическую площадку, на которой будут происходить съемки клипа «Адреналин». Сейчас здесь главенствует команда... Непонятных людей. Нет, ну как непонятных? Декораторов, художников по декорации, конечно, режиссер Константин, который руководит всем этим процессом. Всем привет, мы сегодня снимаем видео группы «Спорткост» с фронтменом этой группы Димой Бекбаевым. Короче, будет интересно. Димон! А потом как бы смоет. Ну да. Ну, в чем основной секрет? Чтобы спустя годы разница между артистом до грима и после грима была не особо заметна. Здесь танцы на льду сегодня происходят очень скользко, поэтому я решил заклеить себе их очень модным скотчем. Все должно быть комфортно. Приготовились. Камера. Фонограмма. Все супер. Времени, чем есть. Но мы идем по плану. Опаздываем всего на 10 минут. Смотрите дальше, будет интересно. Дим, в первом куплете сейчас поищешь героиню глазами. С середины первого куплета я тебе скажу героиню. Я твой адреналин. И пальму секс-символа приходится отдавать кому-то другому, более молодому. Тишина на площадке! Мы еще даже не ели. Разгар съемочного периода идет. Сейчас мы представляемся на новую локацию. И наконец-то увидим главную героиню совсем скоро. Они искали рыжеволосую девушку с натуральными волосами. Я люблю образ 40-х годов. Это мой стиль. 5:14 утра, мы снимаем сцену в кинозале. Наш актер, увлеченный главной героиней, убегает за ней. Убегает в кинозал. Скажем так, это сцена их знакомства. Диму такое, наоборот, излучает желание. Мы перемещаемся на обед, а затем начинаем веселое утро. В 7 утра начинается массовка. А каждый желающий мог прислать свою фотографию в каком-то интересном образе. Мы смотрели мальчики из группы. Раз отправлял фотографии. Оказалось, красивых очень много. Долго готовилась. Мы им расскажем про нашу песню, про клип. Просто сказали, что вы прислаете еще фотографию. Вот я прислала, меня позвали. Я просто жду кучу впечатлений и эмоций. Я буду ее соблазнять. Хотя бы в каком-нибудь кадре появилась. Сейчас мы снимаем вход в клуб, где большое количество людей хотят попасть на концерт группы «Форпост». Хочу представить человек, который, в общем-то, делает все для того, чтобы о том, что происходит здесь, и о том, что происходит с проектом, узнал весь вообще музыкальный мир. Я не жду от них ничего, только счастья, здоровья. Сейчас мы снимаем все планы концертного выступления с массовкой. Самых высоких на самый дальний план. +209, давай. Спать не хочет, а хочет еще работать и работать. Мы почти уже заканчиваем историю с... И не надейся, мы все только начинаем. Мы ждем только позитивной энергии. Страстных взглядов, нежных объятий. Это был один из самых прекраснейших дублей. Да, и вот он я наконец-то кусанный. Стилист еще, правда, не видел, что я испачкал рубашку, которая стоит какие-то невероятные деньги. Но я думаю, что он меня за это не убьет. И спасибо всей команде, которая нам помогала это делать. Спасибо вам огромное, вы нам очень сильно помогли в этом нелегком деле. На самом деле, спасибо. В любом случае, это получится хорошее видео, которое вы увидите буквально через секунду. Спасибо.
смотрите его и наслаждайтесь.